Здравствуй, дорогой подписчик и гости моего канала. Ну что, народ, свершилось. Сегодня гоню Весту в Новгород. Приехал специально. Позвонили мне, сказали. Запчасти, ну, типа есть. Почему типа? Потому что в пятницу я раз шесть звонил, дозвонился до начальника отдела запасных частей. Он сказал, что все есть. Ну, на шестой раз, когда я дозвонился. Вчера, когда я был уже в Новгороде, часов в 12, он мне позвонил, что вот эта накладка, там мне порог надо будет кусок менять. Сказал, что пришла не та. Ну, то есть у меня правая сторона, а пришла левая. Ну, это меня уже взбесило просто уже. И я говорю, если мы с вами договорились на вторник на 10 часов, то я пригоню во вторник в 10 часов. И вот время у нас 7:37, вот где-то, наверное, 8:10 я буду выезжать, отдам Весту, ну и приблизительно, наверное, грубо месяц. Я хочу отдельно поблагодарить своего хорошего знакомого, мы дружим уже больше 10 лет. Это Лёшка. Лёха, привет, я знаю, что ты смотришь. Он юрист. Спасибо тебе огромное. Если бы ты тогда мне не позвонил, ну, настоятельно мне не сказал, чтобы я пригнал эту машину, я бы уже плюнул на полпути, потому что я сначала начал это все, заварил эту кашу, все как-то начал с этой страховой разбираться и хотел уже за свои деньги ремонтировать. Но опять же, спасибо тебе, Лех. Потом, когда машину я заберу, если даст Бог, мы с тобой разберемся. Я в долгу не останусь. Ну вот, как я отдам машину, я вам сегодня покажу. Друзья, спасибо, что вы меня смотрите.